Всем привет! Сегодня покажу вам, как я делаю 3% раствор OptiMax для дезинфекции маникюрного инструмента. Итак, чтобы сделать 3% раствор, нам понадобится 970 мл воды и 30 мл OptiMax Prof. Так как наш бокс рассчитан на пол-литра примерно раствора, я делю все на 2. Берем 485 мл воды и 15 мл OptiMax. Все перемешиваем и погружаем наши инструменты на 15 минут. Если это пилочки, то достаточно 5 минут. Затем промываем инструмент под проточной водой в течение 3 минут. Щеточкой убираем остатки загрязнений. Все просушиваем, и инструмент готов к следующей обработке – стерилизации. Надеюсь, мое видео было полезным для вас. Не забывайте ставить пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!